Галина Вениаминовна Коннова, представитель известной в городе династии Шороховых. Дочь выпускает уже третью книгу стихотворений отца. Готовит четвертую об истории Леоновых, родителей мамы. Самые интересные страницы семейной летописи хранит в сердце и с теплом ими делится. Они пережили голод 20-30-х годов. И был в 5 лет он отдан в работники к богачу местному. В 8 лет на завод «Тиль» был отдан мальчиком на завод. Участвовал в московских событиях революционных. Тема истории семьи в истории страны выбрана не случайно. Семинар посвящен судьбам конкретных людей, которые сыграли большую роль в развитии своей малой родины. Необходимо и в нашу большую историческую науку вносить это человеческое измерение. Ну а нам, краеведам, сам Бог велел, чтобы речь шла прежде всего о людях. В начале работы участники семинара посмотрели фильм об архитекторе Борисе Ефимовиче. После небольшого обсуждения приступили уже непосредственно к программе, в которой значилось несколько выступлений. Из краеведческой работы сегодня, на мой взгляд, вообще нельзя подходить к теме истории, как что было, как что не было. Потому что уникальные люди собирают уникальную информацию, обрабатывают, анализируют. После завершения работы краеведы приняли в свои ряды новых коллег. Сообщество исследователей местных достопримечательностей пополнилось теми, кому не безразлично прошлое и настоящее своей малой родины. Галина Жидкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.